Приветствую, друзья. Друзья, приветствую. Мы находимся на поле с озимым ячменем. Ячмень у нас сорт Эпок. Норма высева 2,3 миллиона, междурядие 30 сантиметров. Сеялка СЗ-3,6, прямой посев. Ну, прямой посев, история этого поля, как по предшественнику, была такова, что был в 2019 году посеян ячмень. Он погиб в ходе засухи, в результате засухи. Далее было пару локальных дождей. Я рискнул, засеял с междурядием. Два ряда по 7 сантиметров, с междурядием 70 сантиметров, и потом 2,10. Был подсолнечник кондитерский. Понятно. Засуха продолжилась, урожая здесь не было. Мы уборку не проводили, сделали прямой посев сеялкой СЗ-3,6. И, как видите, но когда мы ухаживали за подсолнечником, мы делали две междурядные культивации, то есть земля тут возделывалась. Сплошная культивация была между рядами. Здесь почему у нас такие изреженные, я хочу посмотреть. Почему этот ряд слабенький? Потому что я думаю, что сеялка не могла выдержать. Прикатывающих колес не было сзади, на которых могли бы попытаться мы сделать хоть какую-то глубину заделки. То есть мы измельчили, и сеялка там, где земля была мягче, она проваливалась. И мы видим, да, разница. Там, где глубже заделка, растения потратили свои силы на то, чтобы появились сходы. Соответственно, весной кущение она не смогла дать. А там, где... Сейчас мы проверим. Как приятно, когда есть влага. Я в детстве любил по лужам ходить, как всякий ребенок. И сейчас тоже чувствую меня после 2 лет засухи. Так, ну тут. Тут, ребята, понятно все. Уже видно, что глубина заделки была меньше значительно. Как разделить? Так. Разделили. Раз, два, три, четыре, пять. И тут мы наблюдаем кущение сильное, глубина заделки семян. Еще раз я убеждаю, что значит, дальше что мы делаем? Или мы модернизируем сеялку, или мы покупаем новую сеялку. Как вариант, сейчас рассматриваю сеялку Сива 3,6, там колтеры впереди. Потом Ремсинтез сеялку тоже хочу изучить, ее посмотреть. И Агроколина у них появилась. Тоже сеялка для ноудила. Вот смотрите, тут сеялка проехала, заглубилась. И отличие. Да, сразу. Кардинальное отличие. Все в один день сеялось. Смотрите разницу. Так, по сорнякам мы видим, что очень много сорняков.
планирую работать гербицидом Дерби. Почистим поле по болезням. Болезни на новых листьях уже присутствуют. Сегодня 17 апреля, суббота. С понедельника обещают еще 3 дня дождей нам. Фунгицид авиатор я уже подготовил. Буду вносить после дождей. По защиту будем делать по 500 грамм на гектар. Если посмотреть, то да, заражены листья. 15 чили надо на солнце выставить, если есть светлые пятна. Да, будет видно. Я их вижу. Если вам видно в кадре, то значит болезнь работает. Вот так, друзья, вредители, грызущие, сосущие. Сколько болезней новых листьев живет, конечно. Часто у меня поражен прям. Мы инсектицид добавим, чтобы душа была спокойная. Пойдет тепло, я думаю, что активируется. Вот так, ребята, все, до новых встреч. Надеюсь, что уже при работе фунгицидами мы снова встретимся, уже покажу, что и как мы